Добрый день, коллеги. Я представляю Институт математики Сибирского отделения Академии наук, один из крупнейших математических центров мира. В разные годы его возглавляли ведущие математики современности: академик Соболев, академик Годунов, академик Ершов, Лаврентьев и нынешний академик Сергей Севастьянович Гончаров. Институт математики имеет рейтинг мировой А+. Этому способствует наличие всемирно признанных математических школ. На этом слайде вы их можете перечислить. Что же касается темы моего доклада, то я хотел бы, так сказать, обратить ваше внимание на то, что в Институте математики уже более 60 лет работает Сибирская научная школа искусств и математики. Ну а теперь, собственно, к теме самого доклада. Хорошо известно, что отцы искусственного интеллекта, планируя и осуществляя свой замысел создания искусственного интеллекта, рассматривали одновременно несколько аспектов этой новой научной дисциплины. Это и научные аспекты, это и технологические аспекты, это и прикладные аспекты, имея в виду создание машинных систем, моделирующих человеческое познание, человеческий опыт решения интеллектуальных задач. К сожалению, современное состояние искусственного интеллекта немножко деформировало это понимание. Технологические аспекты и аспекты создания прикладных систем гипертрофированы, и причиной этого является, понятно, коммерческий интерес. Что касается научных аспектов, то, конечно, они присутствуют, но не столь значительно, как хотелось. В то же время, в начале этого года наш президент выступил с посланием, в котором обратил внимание, что нужен прорыв, в том числе и прорыв в искусственном интеллекте. В связи с этим появляются, естественно, вопросы. А что следует понимать под прорывом в искусственном интеллекте? Где и как искать этот прорыв? Ну и очень важный вопрос, кто должен осуществлять этот прорыв? Сибирская научная школа предлагает следующие ответы. Научное понимание, включая фундаментальные научные дисциплины, должны составлять основу искусственного интеллекта. Ясно, что фундаментальные науки должны занять свое достойное место во всем знании, что из себя представляет искусственный интеллект. И, наконец, ответ на кто. Это, конечно, должны быть отечественные школы, в том числе школы искусственного интеллекта. Вот об этом я и хотел бы поговорить, потому что этот вопрос как раз и относится к стратегическим аспектам развития искусственного интеллекта у нас в России. Таким образом, можем задаться вопрос, так что же такое школа? Школа искусственного интеллекта. Вот на этом слайде я постарался ответить на этот вопрос. Естественно, что школа – это прежде всего люди, которые объединены некой единой методологией, научными знаниями, умением, так сказать, создавать прикладные системы, решать задачи и так далее. Все это и есть, входит в понятие искусственного интеллекта, который на этом слайде представляет собой как научную часть, так и технологическую, так и прикладные системы. И мы понимаем под искусственным интеллектом это некую область знаний, которая позволяет автоматизировать решение интеллектуальных задач. В качестве примера я хотел бы пойти о том, как устроена Сибирская научная школа, точнее, как устроен тот раздел знаний, которым она занимается. Ну, что касается методологических и философских аспектов, то Сибирская научная школа искусственного интеллекта выдвигает свою концепцию, которая носит название задачного подхода. Что касается теоретических аспектов, то этот раздел знаний состоит из двух подразделов. Это математическая теория, носящая название семантическое моделирование. И это эмпирическая часть теории, которая носит когнитивный анализ или когнитивный анализ. Что касается прикладных технологических аспектов, то мы вместе с нашими партнерами
осуществляем эту деятельность совместно. И результатом этой деятельности совместно явилось то, что появились несколько платформ. Платформа компании iLine, платформа иркутских наших коллег BetaSystem и собственные платформы искусственного интеллекта Discovery и Eclipse. Что касается приложений, разработанных технологических инструментов, то они многочисленные. И здесь внизу перечислены это и телеком, это и финтех, это и научные приложения в генетике, биологии, это и торговли и так далее. Несколько слов о том, что же из себя представляет наша методология, которая носит название задачного подхода. Для того, чтобы говорить о задачном подходе, нужно уметь отвечать на несколько вопросов. Ну, естественно, прежде всего, что такое задача, откуда берутся задачи, почему они возникают, как они должны решаться и так далее. Ну, дальнейшие слайды покажут о том, что мы понимаем под этими терминами. Под задачей мы понимаем, прежде всего, наличие семантической модели проблемной области, к которой относится запрос. И запрос и семантической модели представляет собой суть задачи. Однако для того, чтобы говорить о задаче осмысленно, мы должны иметь в руках еще и критерии того, что является ответом, правильным ответом на запрос. Ну и, конечно, очень важен тот контекст, в котором решается данная задача. Что касается контекста, это ответы на такие вопросы, почему возникла эта задача, зачем ее надо решать, каковы последствия решения или решения и так далее. Теперь по поводу классификации задач. Какими задачами интересуется наша школа? Значит, мы все интеллектуальные задачи, которые встречаются на пути развития человечества, разделили на несколько групп. Из них одна из важнейших групп задач связана с вычислениями. И история автоматизации этой задачи дальнейшая, очень давняя. В то же время искусственный интеллект обращает внимание на автоматизацию таких задач, которые связаны с рассуждением, с выводом и так далее. На этом слайде это отражено в виде, на что акцентирует свое внимание искусственный интеллект. Переслистая задачу автоматизации, то там возникает еще одна проблема о том, как решать гибридные так называемые задачи, которые сочетают в себе вычислительные аспекты и в то же время задачи искусственного интеллекта. Задачи рассуждения, планирования, прогнозирования, обучения и так далее. Тому подобное. Обычно искусственный интеллект, как я уже сказал, обращает внимание вот на эти задачи. Задачи рассуждения, обучения, задачи планирования, прогнозирования. Мы же обратили внимание на то, что все-таки вычислительные аспекты решения интеллектуальных задач очень важны для того, чтобы успешно решать проблемы. И старались разобраться, какие же модели вычислений использует искусственный интеллект. И после детального и глубокого анализа мы пришли к тому, что на самом деле можно воспользоваться той моделью, в которой сильна наша школа логико-математическая, так называемый теоретико-модельный подход, основой которого могут служить такие математические дисциплины, как теория моделей конструктивных, как теория обобщенных вычислений и так далее. Вот этот подход мы и назвали семантическим моделированием. Ну, вот на этом слайде я вывел те основные публикации, в которых отражена эта концепция. Теперь, что касается математических аспектов и технологических аспектов. Вот на этом слайде и на следующем слайде указаны шаги, которые нужно проделать в соответствии с нашей философией и методологией для того, чтобы решать задачи автоматизации класса интеллектуальных задач. Значит, естественно, начинается это с содержательной постановки задач, потом мы переходим к этапам ее формализации, записи в математических терминах, и потом мы ее эти математические термины переводим в компьютерные термины, и в конце концов получаем окончательное решение в виде интеллектуальной системы.
Критической точки зрения в том мире, в котором мы формализуем, компьютерно формализуем нашу задачу, можно представить себе следующим образом. Есть некоторая исходная модель, которую можно мыслить как вычислитель. И к этой модели, конструктивной модели, добавляется еще некий мир, состоящий из универсальных структур данных. В качестве такого универсальной структуры данных мы выбрали списки. И поэтому над моделью выстраивается некое ее расширение списочное. Добавляются некоторые сигнатурные символы, связанные с обработкой и анализом списков. И такие операции, как взять элемент списка, взять начало списка, посмотреть, принадлежит ли элемент какой-то списку, является ли некий список под списком и так далее. То есть вот такая обогащаем исходную сигнатуру этими списочными конструкциями, получаем наш мир, в котором мы теперь начинаем формализовывать нашу задачу. Вот на этом слайде, значит, мы предлагаем в качестве формализации использовать специальный класс формул, который носит название сигма и дельта 0 формулы. Это формула исчисления предикатов первого порядка, где разрешается использовать либо ограниченные квантеры, это очень мощный механизм, который мы предлагаем использовать в качестве управления перебором. А если мы более широкий класс задач рассматриваем, требующих перебора, то используется квантор существования. Квантор всеобщности неограниченных запрещается. Вот такими формулами мы в рамках средствами таких логико-математических средствами мы пытаемся формализовать наше понимание предметной области и запросы этой средства. Что касается ответа, то он ищется как некая процедура, истинный запрос на данный модели предметной области. И если, так сказать, эта формула истинна, то и она предлагает тот набор аргументов, на которых она истинна, и есть тот самый запрос, о котором мы говорим. Что касается платформенных решений, я уже о них несколько вначале сказал. И здесь они перечислены. Это платформа, которая создана компанией iLine. Это платформа, которая создана, значит, Институтом математики Discovery. Это платформа, которая создана нашими иркутскими коллегами в BQ System. И платформа, которая создана профессором Гидоролько. Что касается приложений, то здесь перечислены все возможные приложения. Часть из них уже мы имеем успешный опыт. Другая часть потенциально исследуется, анализируется. И мы надеемся, что наш подход окажется успешным. На этом я хотел бы закончить некое представление о том, как мы мыслим стратегию развития искусственного интеллекта, и что из себя представляет Сибирская школа искусственного интеллекта. Спасибо за внимание. Всех благ.